Чем отличается остров от полуострова? Посмотрим. Наша планета являет собой великое многообразие форм, рельефов и образований. Именно это делает таким интересным путешествие и таким познавательным школьные уроки географии. Однако это добавляет трудностей, ведь зачастую разница между неодинаковыми понятиями не столько очевидна. Например, можно перепутать остров и полуостров. На самом деле остров – это отдельная часть суши, со всех сторон окруженная водой, при этом возвышающая над ней. Остров можно считать маленьким материком, ведь материки также окружены водой. К некоторым широко известным островам можно отнести Кубу, Мадагаскар, Гренландию, острова Гаити. Полуостров – это участок, соединенный с материковой частью суши с одной стороны, омывающийся водой с других сторон. При этом геологически он и материк, которому он принадлежит. Это одно целое, в отличие от островов, которые могут иметь совершенно различное происхождение – вулканическое, коралловое. Это затрудняет измерение площади полуострова. В целом, это и есть различие между островом и полуостровом. Выводы. Первое. Остров окружен со всех сторон водой и не примыкает к суше, в отличие от полуострова. Второе. Полуостров един с материком геологически, в отличие от острова. И третье. Площадь острова – понятие ясное, в отличие от площади полуострова. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам было интересным. Но не забываем ставить лайки, подписываемся на наш канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока!